Здравствуйте. Я хочу высказать все свои впечатления от мероприятия, которое было организовано с помощью White House и кофейни France моей подругой Викторией Поповой, которая была ведущей на этом проекте, на этой встрече. И этот день, этот вечер, он был настолько атмосферным, настолько своим, вот как будто бы все мои идеи, все мои желания, которые были у меня в голове, вся поэзия, которая была перечитана мной, и песни, которые воодушевляли меня, вот взяли это, воплотили в этом мероприятии, вот как будто бы все в этот день было сделано лично для меня. Я думаю, каждый человек почувствовал то же самое. Сегодня должна была произойти встреча с моей любимой поэтессой Лейлой Белоус, и она поздравила меня со сцены перед своим выступлением. Извините, мне было очень приятно, потому что зал рукоплескал мне. Вика попросила меня встать, ведущая, и мне все аплодировали. Спасибо всем огромное. Я благодарна абсолютно всему, всем обстоятельствам, организаторам кофейни, Friends, всему абсолютно. Вике Поповой в первую очередь, потому что именно она дала мне идею, пригласила меня на это мероприятие. И действительно осуществилось то, что я хотела. Это мой лучший день рождения.